Здесь можно было бы легко разместить до 6 стадионов, почти 7 гектаров земли. На такой площади раскинулся несанкционированный полигон в Советском районе. И где? В живописном уголке близ озера Монашенское. Местные жители обращают особое внимание к этой экологической проблеме. Отрадно, приятно, что на сегодняшний момент такое пристальное внимание местных властей. Спасти экологию и расчистить берег. Только за последние 2 месяца от жителей поступило более 100 таких обращений. Под свой контроль ситуацию взял депутат губернской думы Александр Живайкин. Экологически чистая территория, которая могла бы быть здесь, стать местом притяжения для жителей. Поэтому на сегодняшний день, безусловно, депутаты всех уровней, исполнительная власть приложат все усилия, чтобы сейчас эта программа национального проекта здесь в полной мере заработала. Мы будем привлекать не только сейчас средства районного бюджета, но необходимо сейчас попасть в областную программу, что я нисколько не сомневаюсь. На первый этап вывоза мусора выделили почти 500 тысяч рублей. Работы уже ведутся, но объемы большие, поэтому необходимо еще порядка 59 миллионов. Гульфия Сафина, Василий Колдашов. События.